А это около 40 тысяч тонн корнеплодов. В поселке в Спасском районе картофель собирают по передовым технологиям. Да и техника здесь самая современная. На этой ферме результаты фантастические. Современный подход на обработку и возделывание почвы и передовая технология – залог высокого урожая, какая бы погода летом ни была. Таких картофельных ферм в стране единицы. Машины проходят сразу 4 ряда и каждые 10 минут набирают в бункер по 8 тонн картофеля. Хороший урожай, хороший. Картошка крупная. Чистая, не больная. Нормально. Здесь же картофель сортируется и очищается от земли. Весь процесс – это технология. Только брак отбирают сотрудники. Затем картофель поступает в огромный цех – место, где овощи сортируют, моют и расфасовывают в зависимости от предпочтений конкретной торговой сети. Понятно, что уборочная компания – это только половина пути. Ведь картофель с поля поступает сюда, на расфасовку. А затем, возможно, окажется на вашем столе в виде вашего любимого блюда. Крупные торговые сети заключают договоры с рязанскими хозяйствами. Именно потому, что агрария обеспечивают предпродажную подготовку. Процесс сортировки начинается с того, что откидываются первичные какие-то элементы. Грязь, ботва, мусор. То, что не идет в сетку. Это связано с тем, что у каждого покупателя есть конкретные запросы. То есть кого-то интересует картофель с калибром до 40, кого-то от 40, больше 45, меньше 45. Это все направлено на удовлетворение потребностей наших покупателей. Сохранить клубни до весны – основная проблема всех хозяйств. Здесь такой сложности не возникает. Несколько оборудованных складских помещений в автоматическом режиме поддерживают температуру 0 плюс 2 градуса, что позволяет обеспечить высокую сохранность продукции и поставлять ее на рынок в хорошем качестве. Сейчас на рынок массово поступает новый урожай, и покупатели дефицит картофеля не ощутят. Регион в этом году полностью обеспечил себя вторым хлебом. Вопрос, что будет в феврале-марте, ведь аграрии смогут сохранить далеко не весь объем, что требует рынок. Запасаться самым популярным российским овощем самое время. Уборка картофеля в хозяйствах региона вот-вот подойдет к завершению. Алена Кукулева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».